свидетелями как бы обстрела. И вот мы можем как бы наблюдать его результаты. То есть пока мы вот находились наверху, снаряд, запущенный с азербайджанской стороны, попал в жилой дом. Вот вы можете... Еще тут запах даже. Еще вот сыпется. Ваган, можете рассказать то, что здесь как бы произошло? Мы с вами вот только вы показывали нам свидетельство первого как бы обстрела, и мы стали невольными свидетелями как бы вот, обстрела текущего. Что вот здесь как бы произошло? Ну, как вы сказали, мы были наверху в деревне. Мне позвонили, сказали, что, кажется, и в ваш дом попал снаряд. Вот, как видите, пришли, вот такая картина. Здесь наша спальня, тут ребенок. Буквально... А вы детей эвакуировали, да? Я буквально 2 дня назад, но я знаю, что у нас это небезопасно здесь. Поэтому я 2 дня назад детей отправил в другое место, здесь же, в Гадруте, где более безопасно. Ну, в общем, как-то вот так повезло.